Начинай-ка, Тосик. Почему ты начинаешь? Начинай. Ты начинаешь. Начинай. Ты начинаешь. Начни, пожалуйста. Что начать? Серию начни. Ты сказал, начнешь серию. Начни серию. Начни ты, ой. Привет, скажи. Привет. Всем скажи привет. Всем привет, скажи. Да нет, нормально, серию начни. Всем привет. Это плохо серию начала начала. Давай начинать, ёбарасоте! Так ты начинаешь. Начни серию! Да ты сказал, начнешь серию! Да ты должна начинать в этой серии серию! Я сейчас ухожу. Не уходи, пожалуйста, останься со мной. Начни Серию, серию. Серию начни. 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 Да ёпарасоте, давай быстрее, ты! Ну так чем быстрее начнешь, тем быстрее начало будет положено. Слушай, ну хватит, давай начинай. Как, девочки-ребятишки, с вами снова Эдисон. И у нас сегодня с нами вместе играет Екатеринбург, Екатеринбургская, католик, католичка. Привет всем. Ты офигел, так называть меня. Недавно мы в своем доме, в настоящем доме, где мы живем, построили настоящий лего-дом. Прям из настоящих лего, прикинь. Сейчас на экране ты видишь отрывки с того видоса, где мы с Катей строили настоящий огромнейший лего-дом у нас в реальной жизни. Этот ролик плюс ролик, где мы сбегаем с лего-тюрьмы прямо сейчас на втором канале. Я могу вот сюда запиндюлить сверху подсказочку и в описании также ставить ссылочку на этот ролик. Обязательно посмотри, потому что там действительно много интересного. А сегодня утром мы проснулись и такие... А давай в Майнкрафте построим. А давай в Майнкрафте, вот именно, как бы в реальной жизни, а в Майнкрафте это Майнкрафт, Майнкрафт это святое. Поэтому, Екатерина Выхухляцкая, вставайте, подъем, подъем со своего вот этого фиолетового кресла, у меня красное кресло. Это ваш раздатчик, а это мой раздатчик. У нас здесь раздатчик есть... люлей? Раздатчик люлей. У нас здесь есть много всяких интересных построек, и только одна выпадет нам в этой серии. Подожди. Чё? Я же не умею строить. Всегда нужно готовиться к тому, то, что рано или поздно тебе придется начинать что-то делать в этой жизни, а не просто задницу себе просиживать. Поэтому сегодня мы тебя научим. Кать, ты готова нажимать на рычажок? Что тебе выпадет, то ты и будешь строить в этой жизни. Опа! Мне дом выпал. Тыкай. Так, а мне какой кнопкой нажимать? Нажимать всегда правой кнопкой. Тыкай. Что тебе так выпало? Унитаз! Ну, в принципе, твое любимое место в нашем доме ты сегодня и будешь строить. Пошли. Блин, ну почему у меня унитаз? Ну я во-первых, его не построю, во-вторых, почему унитаз? Кать, я еще раз тебе скажу, твое любимое место в нашем доме ты сегодня и будешь строить, понимаешь? Знали бы вы, сколько она там времени проводит, офигели бы, поэтому, Катюк, давай. Ой, ну давай. Меня ж не больше, чем ты. О, когда говорит, я пошла на заседание, через час только выходит. Все, давай, начинай строить унитаз, а я начинаю строить дом, где мы с тобой будем жить вместе. Ну, всё, хотя, окей. Хотя на самом Ой. Деле... Я улетела куда-то в ад. Это же, это как называется? Это когда Катя не прям очень не хочет строить со мной что-то. Так, Катюх, сейчас подожди, я тебе здесь могилочку сделаю. Как она там называется? Грейв. Вот так, все. Рип, Катя! Это троллинг опять надо мной. Кать, было приятно с тобой познакомиться. Верни меня на землю, я не могу обратно вернуться, меня убивает. Смотри, летает она там, летает. О, господи, ТП, все. Живи, пожалуйста, и больше не падай сюда, хорошо? А то смотри, тут уже, если что, твоя могилка. Ты уже успел меня похоронить. Ну а что ты? Ты взяла и улетела, что мне осталось делать? Вот так, принципе. Все, давай строй сральника, я буду строить нам дом, хорошо? Сейчас, я расчищу площадку. Давай, расчищай. Какие цвета у нас должны присутствовать в доме? Я уверен, что красный, розовый, голубой, синий, фиолетовый 100% должен быть. У меня унитаз, я как бы сама разберусь, а вот ты вот как бы сам думай. Хорошо, у Кати унитаз, Катя со мной не разговаривает. Она почувствовала власть на этой планете, то, что ей выпала самая крутая постройка, да? Унитаз она будет строить, ну хорошо. Слушай, а может мне построить дом в цветах радуги? В смысле, вот это, ЛГБТ? А вот у меня будет вообще-то розовый сральник. Понял? Розовый с элементами декора и дизайна. Покажите мне человека, у которого дома стоит розовый сральник. Плюс в комменты, у кого дома розовый сральник. Я
Я опять сломала. Почини, пожалуйста. Кать, ломать левой кнопкой, ставить правой кнопкой. Вот, допустим, пример. Да дебильная раскладка клавиш, как. Вот ты стоишь, и вот надо, понимаешь, надо запомнить. Ай, Дуримонда, Дуримондовна. Самое главное, это дома сделать дверь. Потому что если двери дома не будет, как мы будем туда вообще заходить? Я стараюсь. Давай, давай, ты старайся, я тут уже тоже начинаю прям очень сильно стараться. Как ты видишь, я уже строю дверьку, дверька у нас есть. Мы уже сможем заходить с тобой домой и выходить, что самое главное. Я не уверена, что так обычно строятся унитазы, ну, но Кать, я хотя бы стараюсь. Ты по памяти строй, какой у нас дома унитаз, в принципе, такой же можешь построить у нас вот здесь в Майнкрафте. Мне кажется, подписчики нас не будут сильно ругать за то, что у нас будет розовый унитаз. А почему он такой огромный? Ты там купаться хочешь, а у тебя джакузи или это у тебя унитаз? Опа, подожди. Опа, опа, опа. Эй, ну, я сейчас буду 100 лет удалять это. Господи, помогите. Да все, хватит мне портить наше жилое имущество. В ипотеку взяли. Ага, ну вот здесь я буду жить в ближайшее время, потому что вот с этой мадмуазелью это невыносимо просто. Хорошо, что она ничего не слышит. Слышу вообще-то. Как ты слышишь? Между нами 10 метров разницы. Как ты слышишь, что я себе под нос бормочу, а? Да, так, я тебе открою секрет небольшой, я просто в наушниках сижу, а так все хорошо. Ну, кстати, да. Короче, пока Катя там строит себе гипер-уникально лего-сральник, я думаю, то, что нам дома его тоже можно куда-то запиндюлить, допустим, вот сюда. Вот смотри, Кать, я не перестаю плакать, когда вижу твой унитаз. Это что такое? Ну, подожди. Кому из комментариев сейчас кажется, кому из подписчиков сейчас кажется, что это похоже на унитаз? Да подожди, я еще не достроила. Мне кажется, даже не начинала строить, ну хорошо. Кто-нибудь сделайте, пожалуйста, мем, типа, твой унитаз, мой унитаз. Вот. Унитаз нормального человека и унитаз курильщика. Здесь у нас будет небольшое такое окошечко. Вот так. Кать, ты понимаешь то, что я дом быстрее полностью весь дом построю, нежели ты унитаз строишь? Слушай, пожалуйста, не отвлекай меня, мне и так сложно. Да хорошо, я и не собирался, Окошко даже! Ну как бы да, ребят, давайте будем учитывать то, что Катя как бы все же нубососина, и поэтому, ну... Да блин, я не могу! Мне стоило, наверное, самому эту рубрику записывать. Сейчас подожди, все получится. Да, я жду, хорошо, Кать, я жду. Но мне кажется, я трехъярусный дом сейчас успею построить до того, как ты унитаз. Да все хорошо, я уже строю эту лунку, куда писать. Лунку куда писать? Лунка в гольфе, а не в унитазик. Ну все, вот уже почти водопровод готов. Я думала, что это просто. Я даже загуглила картинки унитаз и Майнкрафт, как построить. А почему ты унитаз из жизни не можешь построить? Нормальный, обычный, в который ты ходишь каждый день по 10 раз. Ой, ну мне уже получается. Смотри, это больше на туалет похоже, да? Я сомневаюсь очень сильно, но сейчас подойду и посмотрю. Так, вот мой дом. Ага. Ну почти, да, Кать, вот хорошо, вот продолжаю в том же духе, а то вот эта ерунда, я даже не знаю, что это хотела быть. Давай, попытка номер два. У всех творцов бывают ошибки, поэтому, Кать, мы даем тебе еще одну попытку, чтобы ты сейчас начала что-то. Ой, спасибо, хорошее строить. У меня будет уникальный дизайнерский унитаз, которого ни у кого нет. Ну мы уже на самом деле это поняли уже давным-давно. Здравомыслящий человек такой унитаз себе точно не сделает. В прямом смысле. Человек, который хотя бы немножко с головой дружит, ну... А почему? Что? Где ты видела в унитазе желтую ерунду какую-то? Это обводка, ну типа золотая. Золотой сральник? Вот, это как бы дырочка, куда писать. Какая? Вот, ну, где вот желтенькая. А, туда писать, хорошо. Да. Знаешь, в конце серии мы попросим подписчиков, чтобы они оценили, у кого лучшая постройка получилась. Мне кажется, у меня. Да, я тут даже соревноваться с тобой не буду. Тут, знаешь, бессмысленно что-либо делать. Мне нравится мой унитаз! Смотри, какой!
Ну, самое главное, чтобы нравилось тебе. А как люди в него будут ходить и как будут нужду справлять, там уже как бы роли не играет. Как... Ну, подожди, ладно. Вот так, чтобы прям воздух писать. Чтобы писать воздух. Ну, кстати, ну неплохо, это знаешь, как унитазы в деревне у бабушек, ну то есть приходишь в деревянные, садишься, а там смотришь назад, а там пропасть черная, знаешь, как черная дыра какая-то, вот в принципе так же, вот что-то куда-то не туда посмотришь, провалишься вниз. Короче, Кай, тут еще одна проблема, в наш дом помещается только одна кровать, и здесь спать будет, хотя подожди, я же могу ее вот сюда запендюлить, а посередине обычные люди ставят тумбочки, а мы поставим нормальный сральник. Вот Катя будет свой деревенский ходить, а я буду вот в этот ходить. Ну слушай, квартира мечты просто. Добавим немножечко деталек, вот прям таких, значит, ярких надо деталей добавить. Яркие детали. Только давай ты туда в унитаз не добавляй яркие детали на серии. Вот серия закончится, потом добавляй туда сколько хочешь. Так, с этой стороны яркие детали. У меня все симметрично. Я все сделаю одинаково. Я очень сильно сомневаюсь, что там что-то симметричное. Я только что видел, там симметрики ноль. О, это прям царский трон. Царско-лаймово-фиолетово-желтый трон. А я тут фигнёй страдаю, Кать, я просто нам крышу сделаю, чтобы, ну, знаешь... Ну, я знаю, что ты ох, ничего не умеешь делать, да, нормально, естественно, у тебя да. Стиль, вкус отсутствует просто. Стиль вкуса у меня отсутствует, хорошо. Но самое главное, чтобы человек в жизни умел делать три вещи. Родить сына, вырастить дерево и построить сральник золотой. Блин, какой унитаз, я не могу, ну, это к нему даже ступенька есть, чтобы ты понимал. А еще я сделаю к нему сейчас коронную, вот свою фишечку сейчас. Сделай, пожалуйста, встроенную туалетную бумагу, чтобы, знаешь, когда ты заканчивал свои дела, она прям тебе выдвигалась в руку. Можешь что-то наподобие вот такого сделать? Да, я могу. А, ну тогда хорошо. Ну, в принципе, я готова. А ты уже готова? Но, знаешь, у меня не такая масштабно крутая постройка, как у меня, как у тебя, поэтому мне нужно немножко больше времени, чтобы ее закончить, как бы Катя тоже меня понимает. Вот. Естественно, то, что моя халупа не сравнится с твоим прекрасно божеподобным унитазом, поэтому сейчас, я уже почти тут все достроил. А я в твоем доме, на кровати. Вот именно, в моем доме, ты тут спать не будешь. А зачем тебе две кровати? Это уже не твои компетенции, вот. Какие компетенции, ты офигел? Я сейчас тебе все сломаю. Ага, только посмей. Я сломаю. Я потом тебе твой сральник сломаю. Это значит что? Это значит, твой. Что нужно сделать огородку. Да, делай огородку, пока я здесь достраиваю дом. Не, ну конечно, в реальной жизни у нас дом покруче получился. Хотя, ну вот если парочку таких небольших черт вот сюда добавить, если бы я мог сюда стекло забибенькать, было бы вообще прекрасно. Стекло я сюда не могу поставить. Кать, ну в принципе, ну как тебе мой дом? Иди сюда, заходи. Тут через это окошко я даже твои уникальные сральники могу смотреть. Вот смотри, я могу наблюдать за ними. Прекрасно. Прекрасно. Это моя кроваточка, я здесь буду спать, а ты будешь спать на улице, вот. Это нормальный... туалет. А вот ты так можешь делать? Это сейчас что за звуки были? А вот эти? А вот ты так можешь делать на своем? Не можешь. Нет, к сожалению, не могу. Обычный, самый обычный дом холостяка, ничего такого примечательного. А вот это унитаз Кати. Вот я сейчас попытаюсь как-то сюда справить нужду, ну, я не знаю, как это вообще может получиться, но, Кать, это провальная конструкция. Вот это вообще провальная. Вот это я про эту говорю, первую твою. А про вторую, ну давай, сейчас подождите, дайте я галстук поправлю, которого у меня нет. Так, здесь у нас красная ковровая шелковая дорожка, чтобы дойти к унитазу. Она прям на глазах у нас строится, на глазах. Я подхожу к унитазу, здесь у нас лишняя какая-то дырочка, ее можно застроить, чтобы жидкость не выливалась ни оттуда, откуда не нужно. Так, здесь у нас спусковой бачок, да, крючок. Да, он самый. Ну, слушай, главную задачу унитаза ты выполнила. Дырка есть? Есть. В принципе, больше ничего не надо. Подскажите, пожалуйста, а где в вашем туалете, унитазе, туалетная бумага? Подожди, сейчас, секундочку, я просто в магазин только недавно ходила. Вот, и купила ее, держи. Это вот туалетная. Это туалетная бумага. Хорошо. Хорошо. Сейчас буду пластиковыми блоками себе потирать одно место. На самом деле можно было взять обычную человеческую туалетную бумагу. Вот, ну, я не знаю, куда бы ее можно засандалить.
Так, ты там мне ничего не порть. Вот, смотри, вот она в воздухе. Кать, ну смотри, ну сидится просто замечательно. Я прям внутрь провалился, смотри. Тебе как? Мне самому нравится. Мне безумно нравится. Я прям реально счастлива от того, что я смогла это построить. Это моя самая нормальная постройка. Вот все, что я строила до этого, ну, можно как бы забыть вообще. Согласен. Кать, знаешь что? Что? Что ты делаешь? Я смываюсь. На самом деле, я скажу, пока Катя меня не слышит, это была какая-то провальная идея записывать вот эту серию. А, ты все же слышишь, да? А, нет, она не слышит. Короче, эта Дуремонда построила какую-то невнятную фигню, я не знаю. У нее, наверное, звук отключен или у меня микрофон не работает, я не знаю. В общем, она какую-то билиберду построила. Я здесь сейчас поставлю сюда замок, вот это, девятизначный, кодовый, чтобы она сюда не могла зайти. Пускай она там тусуется, я пойду заканчивать серию. Ах ты, зараза, умеешь летать уже, да? Ну ха. На этом мы будем заканчивать эту серию. Я не знаю, что с этого получилось. И на самом деле, ребят, вы можете сравнить, где круче. В реальной жизни наш дом? Или... вот, в Майнкрафте. Это сложно, я понимаю, сложный выбор, но тебе предстоит его сделать. Если хочешь продолжение нашей вот такой вот спонтанной какой-то серии, пиши об этом в комментариях, мы обязательно сделаем что-нибудь интересное. Мы тебе с Екатеринбургом говорим огромное спасибо, всем удачи и всем... пока, сики. Слушай, ну тебе реально магнитаст понравился? Ну, конечно, я прям жить в нем готов. Вот это прям мечта всей моей жизни. Вот я, знаешь, тебя брошу, с ним встречаться буду.